Всем привет, на связи Косплей, у нас снова Medal of Honor. Катаюсь я тут на танчике. Что-то пытаюсь сделать. А, так я его не добил, вот в чем проблема. Ладно, сохраняемся. Здесь сохраняемся. Он что-то стоит и стоит. Пошел ты в жопу. Стреляет оно, ага. Все? Где-то здесь. У нас бочечки стоят. Нет? А что ты думаешь, я не пробью? А, эти не пробью. Хорошо. Это хитро. Сейчас. А, бля! Так, мне это не нравится, но пока перезагружаться не буду. Судя по всему, это кто-то с Панзершреком, да? Тут ты стреляешь. Поехали. Да иди ты в задницу, вот я ж прям знал. Давайте посмотрим, откуда он там стреляет. А, вон она. Все что ли? Блин. Короче, надо было сразу туда стрелять. Вот где-то здесь. Где-то здесь, но ни хрена не видно. А, вот эта штука. Все. Все, увидел я эту 88-миллиметровую гаубицу. Только мне надо как-то попасть. Это не она. У кого там, да? Тоже не она. Я тебя сейчас нащупаю. Тоже не она. Тоже не она. А, вот она. Все. Замечательно. Бля. Все. Куда побежал? Разобрал Си. Так. Вот, блин, стоит. Чего? Сейчас кто-то приедет, да? Кто-то большой. Не? Так, сейчас. Ух, почешем. А, хорошо. Ну, смотреть-то будете, пацаны? А, приехали. Здрасте. Да это понятно. И чё ты на меня не смотришь? Не хочешь? Как хочешь. А пацаны вылезут? А, здрасте. А скиньте мячик. Куда побежал? Да подожди, ты куда? Стой. Во, другое дело. Что ты там пуляешь? Отвали. Так, хп остается очень мало. А, сдвинуть нельзя, ладно. Не очень-то хотелось.
Что это за танки такие? А, пазики вроде. А ты что стоишь? Опа. Опа. А это что-то не ломается. Ладно. Сейчас мне откуда-то прилетит. Кто пукает? Что-то где-то сломал. Ой, извините. О, бежит. Куда ты бежишь? Да что у меня ухо чешется? Непонятно. Ой, извините, пожалуйста. Ой, простите. Ой, 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 ой. Сейчас меня окружат со всех сторон. Ага. Да, я так и понял. Что это было? Не отвлекайся. Ой, ой. Что это за звуки? А сколько у него выстрелов надо сделать? Да он все или не все? Давай посмотрим. А, ну подожди. Так. И вот так. Теперь с этой стороны смотрим. Вот это мне не нравится штука. Поехали. Это мне не нравится. Не понял. Откуда вы? Откуда вы там стреляете, слышь? А, вон он. А, вон еще. Ой, 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 извините. Извините, пожалуйста, извините, извините, пожалуйста. Так. А, это тоже все хорошо. А, во. Это, конечно, не факт. Ха, стоит, курит. А ты... А вот это разрушится? Нет. Ага, хорошо.
Сейчас нам респавнят ХП. И это все, что ли? О, ядрить. Так, мост Британь-Франция, 20 августа 44 года. Чем дальше, тем лучше, лейтенант. Немцы на мосту уже обладали точной информацией об украденном королевском тигре, поэтому вы не сможете сейчас, а тотчас же, подвести танк к мосту. Это фото от агентов нашего сопротивления показывает, что... Заминирован? Непонятно. Чтобы его можно было мгновенно взорвать от маленького детонатора. Ну, типа мост заминирован. На дальней стороне. Как единственному снайперу в команде, вам придется тихо сменить позицию, найти подходящее место, с которого просматривается мост, и не дать врагу использовать этот детонатор, пока танк не выйдет на позицию. Если вас заметят во время этого подхода, вам придется преследовать и убить часовых, прежде чем они сбегут и взорвут мост. Когда королевский тигр будет у моста, немцы, несомненно, вызовут подкрепление. Королевский тигр крепок, но он не сможет остановить их всех. Используйте свою рацию, чтобы вызвать артиллерийские удары по подходящим танкам, и помните, что для их нанесения нужно несколько секунд. Сдерживайте немецкую контратаку, пока не прибудут союзные силы для обороны территории. Если сможете выиграть этот бой, немецкое присутствие Франции закончится в середине сентября. Ядрить ты мощный, конечно, ё-моё. Вы получили рацию. А, это свои. Подожди. Куда ты бежишь? Ты не бегай. Не видать. Отстань. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подожди. Во. А, нормально. Кто побежал? Как ж ты задрал? И ты тоже. Ё-моё, а откуда вы это? Разберемся. Предлагаю на сегодня, в принципе-то, и закончить, наверное. Будут короткие серии. Такие короткие серии. Чтобы, короче, да, вот так вот. Вот так вот я решил. Пока что будут короткие серии. И пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии.